24 года, официальный вес 70,6 кг, рост 187 сантиметров, профессиональный рекорд. Три боя, три победы. Базовый стиль кикбоксинг, он представляет город Нальчик, Республика Кабардино-Балкария. Силу Амир Альбарас! И его соперник Красному. Ему 26 лет, официальный вес 70,8 кг, рост 182 сантиметра, профессиональный рекорд. Две победы, три поражения, базовый стиль, вольная борьба. Он представляет Чеченскую республику, город Грозный, Красному Адам Магомаев. Рефери поединка Георгий Бегадзе, Москва. Левую джебу начинает очень жестко Амир Альбарас. Да, ну, как, в общем-то, уже из предыдущей какой-то его бойцовской истории понятно, крайне интересный спортсмен, то есть кикбоксер, базовый мастер спорта по кикбоксингу с опытом профессиональных боев К1. Ой-ой-ой, как хорошо. Вроде бы простая связка прямой боковой, да, а так плотненько, так по цели. Здорово. И очень здорово сохраняет дистанцию, посмотрите, не позволяет сопернику приблизиться. Вот, дистанцирующий такой левопрямой, например. И что еще интересно, три из двух своих побед одержал приемный. Причем один из них ни много ни мало Изикиль. Всего там человека полтора есть в России, которые их делают хорошо. Все, в печень попадает. Ну, здесь все нужно заставить поединок. Я думаю, что это ошибка немножко рефери. Надо было останавливать раньше. Потому что, да, пробил печень. И вот высказывает сейчас Амир Альбарас. Почему-то сразу не остановил. Подошел, похлопал по плечу. Затем прозвучала команда из угла. Не останавливайся, рефери. Пока молчит. Ну и из-за этого Амир Альбарас нанес еще серию тяжелых ударов. Быстрая очередная победа для Амира Альбарова, уже четвертая его карьере. И нокаутом Адам Магомаев терпит третье поражение к ряду. Очень быстро у нас завершились два последних боя. Ресурс, время, остановки боя 1